Для нас это существенный вопрос, потому что мы были против коммунистов, против тех, которые против европейского будущего нашей страны. Для нас это основная идея, понимаете? И поэтому мы будем коммунисты создавать... вот говорят многие, что они несколько вот поменяли свою позицию. Они сами этого не знают. Как не их верить, если они во вторник говорят туда, а в четверг говорят сюда? Да. Они сами заблудились. Как мне им верить? Должна быть какая-то последовательность во всем, что они говорят. Они сами этого не знают. Я видел у них другие плакаты на юге Молдовы за референдум. Если здесь они за Воронина, там они за референдум. Они про Воронина забыли. То есть... Они сами не знают, за кого они. Это их проблема, они должны на нее ответить. За референдум их по поводу избиратели. Вектора вы они имеете? Теряют огромное количество избирателей. Да, насчет чего? Да я же не знаю, что они хотят делать. Если они во вторник говорят, они за один вектор, а в четверг они говорят за другой. Как им можно верить? То есть с этой точки зрения мы остаемся на прежних позициях, мы с ними коалицию делать не будем.